Крупнейшие города Европы приходят в себя после массовых столкновений с полицией, которыми завершились демонстрации противников и сторонников миграции. Так, в Германии футбольные фанаты и ультраправые группировки, объединившиеся под лозунгом «Хулиганы против салафитов», устроили форменное побоище в центре Кёльна. Ситуация начала выходить из-под контроля, когда на многочисленную акцию тех, кто против беженцев, пришли и те, кто за. Они пытались урезонить оппонентов, но разговор не сложился. Рукопашную решили пресечь правоохранители, но водометы, кажется, только еще больше раззадорили представители обоих лагерей. В полицию с двух сторон полетели дымовые шашки. Похожую картину ранее можно было наблюдать в Лондоне, но там зачинщиками стали уже сторонники миграции. Они приехали на вокзал Кингс-Кросс, конечная точка путешествия беженцев, которым удается прорваться в тоннель Евростар. Но там их встретили полисмены. Демонстранты не смогли прорвать оцепление, даже с помощью дымовых шашек. В итоге некоторые активисты отправились в участок. На таком фоне главы государств ЕС собрались на экстренный саммит в Брюсселе. Он закончился только поздно ночью. Заседали в непривычном формате. На встречу пригласили даже лидеров нескольких стран, не входящих в Союз. Не похоже, что новые решения помогут изменить ситуацию в корне. Договорились только о создании новых центров размещения беженцев и дополнительных рабочих мест. Все там же, на Балканах. Также условились, что государства-транзитеры больше не будут перебрасывать беженцев к границам соседей без предварительного уведомления. Между тем, из стран Восточной Европы звучат все более резкие комментарии по поводу политики открытых дверей. Почему из стран, в которых нет войны, люди тащат с собой детей в надувных лодках, хотя знают, что есть опасность утонуть? Дети служат живым щитом для молодых парней со смартфонами, чтобы лучше обосновать миграционную волну. Сочувствие к детям невольно переносится и на тех, кто за ними скрывается, и никакого сочувствия не заслуживает.